Эти, куда это все тут подевались? Как-то странно. Может, ты хоть знаешь, куда все тут подевались? Я знаю, я, скорее всего, в магазин уехали. А вот эти вот, ну, твои братья, скорее всего, ну, по комнатам раскидались. Иди там, посмотри. Я пока что лодки подготовлю вместе с самогонным. Сейчас. Или можешь вместе со мной самогонный аппарат как настроить. Ну все, давай. Понятно. Ну, я пошел. А вы тут что у нас делаете? Я тут ноутбук настраиваю. Ну, его сначала включить-то надо. Steam сейчас запустим. 31 декабря там какие-то распродажи будут. А этот деградирует, сидит. Почему на него не грузится? Почему на выходные видео от 4 не грузится? Что у нас с интернетом? Понятно все с ним. Ну, мы затарились в магните. Так, мелкотня, сюда идите. Мы тут продукты понакупили. Сейчас будем стол этот, блин, раскладывать. Еще сейчас эти там вернутся. Ух, ну и пакеты тяжелые. О, привет! Как давно не виделись. Ну, час три. Или 2 часа. Ну, реально, много времени. Мы тоже пришли. Сейчас, погодите, там вернется скоро. Я тоже пришла. Да, еле-еле-то. Сразу духовка... Ой, газовая плита, если с духовкой еле-еле работают. Сколько можно уже? Так, огурчик порезан. Вот еще один. 100% чистый самогон. Только с подвала принес. Вот еще сейчас там. Я покажу, что передышку сделала, пока там капает пусть. Через 5 минут приду опять. Мне у вас тут банку надо взять. Опять что-то. Так, что тут тетрадка-то лежит? Господи, ну чё же всё тут отсюда валится, понапихали сюда всё. Дорогой дедушка Мороз. Я выхожу. Странно, сегодня какой-то 31 декабря. Но сначала тучи были, из-за них темно было, как не зная где. А теперь светлым светло, после того, как тучи улетели. Какого интересного лешего? Не знаю, вот у меня тут одна проблема. Я тут в проводах себя запутался. Так, это чего вообще? От кондиционера. А это понятно, не провод. Интересно, когда уже стесерю возле него придут? Скоро, интересно, там салаты нарежут. А то же мы 2 праздника хотели сделать. Сначала попраздновали первым, поспали. Пока мы там все убрали. И новую еду поставили. А на следующий день 2-й праздник. Дима, иди сюда! Сейчас будем этот стол раскладывать. Не тяжелый этот стол? Так, Дима, давай там левее. Левее. Сейчас как... Твою ж налево!
Маша, вот тут мышь. Так что делать? Я к ней даже подходить не хочу. Господи, это не мышь, это крыса какая-то. Господи, она что-то не шевелится. Нифига себе. Так, Алиса, ну, Алиса, ну. Марсик, жрать иди. Кто сказал жрать? О, жрать. Вот это вот надо жрать. Так, ну я вроде того. Сейчас попробую на вкус. Фу! Соленый. Так вот почему эта крыса еле-еле шевелилась. Так, нам надо еще плед убрать. Так, сейчас только, блин, 5 часов, блин, вечера. А тут... И уже начинает темнеть. Ну, Новый год это и есть Новый год. Где малой? Малой, ты где? Да здесь. Сынок, пожалуйста, дай плед. Спасибо. Интересно, а где сейчас Димас? Я тут. А вы меня еще искали тут? А где там Марсик наш? Господи, да тут я, сюда иди. Понятно, кошак, тебе может трансгеля схряпнуть. Ну, кошак, ну я тебе сейчас трансгеля, да? Спустя 10 минут. Наконец-таки полегчало. Ух, ну я пошел полежу пока что. Так, ну салатики все я приготовила. Осталось ведь манты. Твою ж налево, гребаный крабовый салат. Я тут прям салат готовила, эти придурки прям со стола жрали. Ну все, капец вам. Откройте дверь. Она меня сейчас убьет. Зачем вы этот салат ели? Ну все, капец вам. У меня от злости аж полотенце развязалось. Капец вам. Ай, господи, за что? Ты еще счастливчик. Первый труп зарегистрирован. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Не обращайте внимания, у нас такое каждый день случается. Ну что там, когда игра скачается? Когда уж портал у вас скачается? Блин, сейчас в Новый год интернет еле-еле как работает. Еще говорили то, что свет отрубят. Да не знаю, Диман, когда уже портал 2 скачается. Просто тут для экономии энергии... Экран отключил пока что на время. Да скоро скачается, там уже где-то 73%. Ёперный!
Бу! Да, вот. Сейчас. А, погодите. Пап, иди там. Включи генератор. Он на балконе. Ты вообще про какой? Который находится в спальне? Или который находится на кухне? Или который находится в детской комнате? В какой этот, блин, балкон заходить? Который вообще-то в коридоре находится. Я про тот инцидент с той самой проводкой не хочу возвращать. Хотя мы проводку поменяли, а во всем были виноваты соседи. Гребаный фонарик, опять что ли батарейки сели? Нет. И Славчик говорит. Откуда, интересно, вы электричество взяли, придурки? Ну, хотя бы свет дали, наконец-таки. Ну, я, знаешь, пока что фонари оттащу. Эти придурки, что на Новый год теперь сверлить? Ох, ну, хвала небесам, они перестали сверлить. Только вопрос у меня еще, какого хрена они вообще перфоратор на Новый год включают?